Привет, привет, друзья! Приключения трех панд продолжается. В конце прошлой серии нашим героям удалось сбежать с пиратского корабля, и на лодке они доплыли до какого-то острова, на котором панды сошли на берег. Погнали смотреть, что же произошло дальше. Опачки, гусеницы! Ух, не люблю гусениц! Ой, да ладно тебе! Смотри, как они аппетитно выглядят! На круассанчики похожи! Хе-хе! Ничего, они не похожи! Они такие... противные и страшные! Да ну, то ты выдумываешь! Да ну не, вот давай, даже у зрителей спросим, боятся ли они всяких гусениц и насекомых? А давай, Ребзя, пишите в комментариях цифру 1, если вы боитесь всяких гусениц и насекомых. Или пишите цифру 2, если не боитесь. В следующей серии позырим, кого из вас больше. Ну и также можете проголосовать в вопросике в верхнем правом углу. Ого, как мы сходу вопросик для зрителей придумали. Но давайте уже уровень проходить. Ну и с ребятами заодно поздоровайтесь. О, точно, привет, Ребзя. Приветусики, ребятусики! Итак, чтобы нам пройти уровень, нужно как-то забраться наверх. Для начала давайте воспользуемся подсказкой и нажмем на гусениц. Они выпрямились и теперь еще больше мне не нравятся! Зачем мы вообще на них нажали-то? Да погоди ты, мелкий, не суетись! Прям над нами еще одна подсказка есть, что нужно попрыгать, точнее прыгнуть вперед. Ну-кась! Воу! Михас! Вот так, похоже, мы и пройдем уровень. Игруля, давай еще попрыгаем! Мне понравилось! Да какой попрыгаем? Сматываемся отсюда, подальше от этих гусениц! Нет, идем! Иха! Крутота! В общем, ты как хочешь, а я на финиш. Поддерживаю. Интересно же, что нас впереди ждет. Вот вы скучные. Ладно, я к вам. Чё, пузо? Не допрыгнул? Не рассчитал силёнки? Ты это, карапуз, за меня не переживай. То я просто разминался. Хоба! Опачки! Ну все, все в сборе, идем на финиш. Ой! Через эту колючку нам так просто не пройти. Перепрыгиваем ее. Во, другое дело. Так-так-так, ну чё у нас тут? Я снова вижу гусеницу. Тот-то ты сразу наверх залез, подальше от нее. Ха-ха! Пузо, ты это, будешь много болтать, будешь, без еды останешься, во! Кстати, а что это мы все одни и те же имена по кругу гоняем? Нам же ребята в комментариях под прошлым видосиком придумали кучу имен, смотрите. Ох, ничего себе, как много! И во всех вариантах ты то толстый, то пузо, то пухляш, то толстячок, то жердосик. Ага. Ой, да чья бы Зинаида Павловна мычала? Ты вон тоже то малой, то мелкий, то малыш. Зато мне хорошо. Я старший, старина, умняш, игруля. Вот борзота! О, игруля, ты будешь борзота! Эй, вот не надо наглеть. Ладно, здесь у нас куча классных имен. Будем по возможности использовать все. Давайте уже уровень проходить. Возле меня какой-то камень есть. Может, скинуть его? Погоди, давай-ка мы сначала на разведку сходим. Финиш же совсем близко. Эй, я не сюда хотел. Упс! Иха! Здоров, мелкий! Эй, а ну слезь с меня, ты вообще-то тяжелый. Упс, камешек. Я ловлю. Эх, ща я поймаю. Ой, ну сейчас точно поймаю. Не долетел камень. Ну да ладно, пойду его достану, как раз проверю глубину воды. Так, о-оу,
Чё, игруля, сам боишься идти, что ли? Да не, просто через воду нельзя пройти. Походу запороли мы уровень. Перезапускаем. Давай-ка в этот раз начнем с подсказочки, что нужно камень скинуть. Поддерживаю, толкай. И толку от этого? Ничего не изменилось. Погоди, пухляш, у меня есть идея. Я погнал. Эй, крепыш, ты куда? Ща увидите. О, смотрите-ка. А, сработало. Я перекрыл воду. Молодчага, малой. Пошли к выходу, здоровяк. Идите, я вас догоню. Я это, тут постою, на всякий случай, а то вдруг мелкий заблудится. Эй, да хорош, не заблудится он, подходи на финиш. Ну ладно, ладно. Ну все, я к вам. Ты бы это, ускорился бы, а то ползешь как улитка Боб. Нормально я ползу, в смысле это, ой, да ну тебя. Смотрите-ка, сверху какое-то пустое дерево. О, может в нем еда есть? А ну-ка, давайте позырим. Эть, ничего там нету. Это, видать, птица все захавала. Да ладно тебе, большой, не злись. Птица нам помогла. Благодаря ей лиана вниз упала, а по ней мы сможем наверх забраться. А как мы доберемся до лианы? А, вот, на черепахе. Прыгаем на нее. Быстрее. Во. А теперь наверх. Эй, мелкий, ты чего там? Не дотянулся до лианы, что ли? Да не, просто кататься на черепахе так прикольно. Смотрите, я капитан Крепыш. Эй, капитан, мы вообще-то тебя тут ждем. Ну ладно, ладно, иду свистать всех наверх. Уровень пройден. Червяк! Ух, какой же он бесячий! Не, вы посмотрите на него, он еще дразнится. Ох, а там апельсинка сверху, давайте ее достанем. Апельсиночка! Не, похоже, так просто вперед нам не пройти. Слушай, я не знаю, как нам пройти, но дайте я сначала червю наваляю. Очень уж он меня раздражает. Ладно, давай я тебя наверх закину, а там разбирайся сам. Ура! Ща, я скажу, когда отпускать. Рано. Приготовься. Давай. А ну иди сюда, червяк. Ага, вот ты где. Эй, а ну вернись. Не, ну вы это видели? Он мою апельсинку отдал растению. Вот обнаглел. Теперь и меня этот червяк бесит. А я сразу говорил, что он бесячий. Да ладно вам. Зато мы теперь сможем уровень пройти. Теперь путь свободен. Вперед. Ага, а ведь и правда. Вот видите, это все благодаря мне. Я великий победитель червяков. Хе-хе, благодарите меня. Эй, малой, ты бы это, лучше пошустрее перебирал лапками, а не болтал. Бе-бе-бе. Иха. Ой, чё-то я переборщил. Хе-хе. Да уж, теперь полдня тебя ждать. Ой, да ладно тебе, обжора, не бузи, это у меня круг почета за то, что я победил червя и спас нас от зубастого растения. А вот и я, видали, какой я быстрый, вы даже глазом не успели моргнуть. Смотрите-ка, здесь снова какой-то камень, который можно столкнуть. Так, давайте в этот раз без всяких проб, идем по подсказкам. Ну, тогда это, чего стоим-то? Го наверх! Текс, ну и что с этим камнем можно сделать? Запустить. Ну хорошо.
Опачки! Лифт спустился! Отлично! Теперь сможем к выходу пройти. Погнали! Эй, ну вы чего там? Ну ты это, разведай там чё да как. Ага, а мы пока тут подождём. Вот наглые. Ну хорошо, внизу какой-то гриб, и, судя по всему, на него нажать нужно. Ну-ка. Фух, хорошо, что тут не пропасть. Это да, вот свезло так свезло. О, смотрите-ка, платформа опустилась, путь к выходу открыт. Я наверх. Ну все, спускайтесь ко мне. Ну чё, пошли, малой. Ага, пошли, Пузан. Эй, ну чё ты вот это обзываешься? Ты первый начал. Нет, ты. Нет, ты. Да хорош уже спорить. Прыгайте лучше ко мне. Эй, крепыш, ты чего? Да это, я тут подумал. Может, гриб съедобный? Ох, может, рисковать не будешь? Хм, ну да, чё-то он как-то странно выглядит. Пожалуй, ну его. И таким вот образом, друзья, три панды обжились на острове и чувствовали себя весьма неплохо. Но, как оказалось, на этом острове они были не одни. Племени местных жителей очень не понравилось, что кто-то хозяйничает на их острове, и они решили схватить панд. Панды начали убегать, но... О нет, тут капкан! Большой панда угодил в ловушку, и местные жители схватили его. Игруля, а вдруг местные жители захотят съесть пухлика? Очень даже может быть, надо его спасать. Вперед! И на этом, ребята, видео заканчивается. Продолжение истории смотрите в следующей серии на канале Игрули ТВ. Всем пока! Покеда, ребятули! До встречи на канале у Игрули!